Интернет-магазин «Фонари ВИП» представляет очередную новинку нашего магазина. Это электрошокер. Электрошокер – телескопическая дубинка с функцией фонарика и звукового сигнала тревоги. Сейчас мы вам покажем данную модель. Вот идет инструкция на английском языке. Зарядное устройство от сети 220. Вот, собственно, и сам электрошокер. Электрошокер идет в чехле. Чехол имеет крепление для ремня, то есть можно повесить на ремень, так что будет актуально охранным структурам, наверное, тоже. Вот, выглядит довольно-таки необычно. И интересно уж точно. Так. Со стороны ручки идет подзарядка от сети. Две кнопки. Кнопка предохранителя и кнопка раздвижения дубинки. И раздачи самого тока. Вот, попробуем. То есть снимаем с предохранителя. Нажимаем кнопочку. Электрошокер увеличился в размерах. По всей длине электрошокера идут металлические пластины. Вот с двух сторон. То есть, я так понимаю, шокер становится намного эффективнее. Также его можно использовать на расстоянии вытянутой руки, что, соответственно, удобно для того, чтобы держать противника на расстоянии. Вот. Ну, собственно, теперь сам электрошокер. Звучит очень громко. Звучит очень громко. Вот. Электричество идет по кругу, по всей длине дубинки. Так что можно прикоснуться любой стороной, и это будет очень эффективно. Так, также есть вот фонарик. Один светодиод, но если вот вы видите сейчас на видео, достаточно прилично он светит, этот светодиод. То есть можно использовать еще как подсветку, как хороший фонарик добротный. Вот. Если мы переведем кнопку фонаря еще дальше. Ну, вы сейчас сами все слышали. Очень сильный звуковой сигнал, резкий. То есть этот сигнал в любом случае привлечет внимание. Привлечет внимание. Опять же таки, наверное, подойдет это все для охранных структур. Собирается очень просто, обратно до щелчка. Ну вот, собственно, и все. Интересная модель. Я уверен, она интересная и необычная. Я уверен, что эта модель займет достойное место наряду с другими электрошокерами. Наряду с другими электрошокерами. И определенно у нее будут свои поклонники. Все, спасибо за внимание. Приобретайте данную модель в нашем интернет-магазине фонари-вип.ру. Всего хорошего, до свидания.